девочка, так что оставайтесь со мной. Для тех, кто впервые на канале АСМР Первый, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий и нажмите в колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Вы же тоже любите мурашки. А как я сказал, сегодня у нас на очереди очень интересная ролевочка про спецслужбы. Вот. Называется она АСМР контроль. Рассказывать не буду о чем. Посмотрите, сами все поймете. Здравствуйте. Вас зовут Виктор. Вы владелец канала АСМР Первый. Что у вас со зрачками? Вы совсем не спите? Или вы ширяетесь? Я и мой коллега Владимир сегодня будем вас допрашивать. Вот, а на основе этого допроса мы решим, что с вами делать. Во всяком случае, у нас сейчас стоит задача закрыть ваш канал в срочном порядке, потому как вы нарушаете закон. В смысле, какой вы закон нарушаете? Закон о тишине. Вы постоянно что-то шумите, у вас там какой-то хай-фай в квартире творится, еще что-то в этом роде. Соседи же жалуются на вас. В смысле, вы ничего не делаете, у вас тишина дома. Что вы даже разговариваете шепотом и ходите на цыпочках. Коллега Владимир, вот у меня есть свидетель. Вы что, нас сейчас пытаетесь обмануть, что ли? Да не смотрю я ваши эти АСМР, оно мне нафига вообще надо? Вот это ваше вот. Непонятно чего, непонятно кому и зачем. У нас конкретная цель — закрыть ваш канал, потому что на вас постоянно, регулярно поступают жалобы от всех ваших соседей и сверху, и снизу, и те, что живут рядом. Так, Виктор, а сейчас мы вас опросим, составим, скажем так, по вашим ответам составим письмо, вот, протокол, скажем так, ладно, все будем своими именами называть, и на основе этого протокола снова мировой суд вынесет решение, и мы закроем ваш канал. СМР.
вопросы всем вот этим вашим друзьям, там, девочкам, мальчикам, там, всяким. Я вот в этих названиях ничего не понимаю, там, какие-то легенды, там, коробочки вот эти вот, там, какие-то там басты, там, АСМР, там, девочку какую-то вы там подключили, короче, все их каналы в течение этого года мы закроем. Вот, но в первую очередь мы возьмемся за ваш канал, потому что вы занимаетесь антиобщественностью. Какой-то срам снимаете, простите за выражение, но так говорят соседи ваши. И мы это не оставим безнаказанно. Запомните одну простую истину, что память о человеке живет 3 дня. Достаточно нам закрыть ваш канал, и о вас тут же все забудут. Попомните мои слова. Я ерунды не скажу никогда. Так что мои слова вы должны запомнить. То есть вы думаете, что вы приносите все-таки пользу, да? Надеюсь, вы мне там пурки.
честно и в лоб. Как вкусно, а? А вы, несмотря на все это, гостеприимный человек, Виктор. Да, что вы хотите мне сказать? Мы не сможем прикрыть ваш канал. С чего это вдруг? Вы прямо сейчас занимаетесь рекламой своего канала? Это как? Мы что-то с коллегой не понимаем. Прямо сейчас я рекламирую.